следующий вопрос. Сергей Иванович, я пришел сюда по поводу ремонта квартиры. Я подавал заявление несколько месяцев тому назад, убрал. И до сих пор вопрос не ясен. Являюсь тушим телом, ветеран войны труда. Хотелось бы выяснить этот вопрос сейчас. Но так как я глухой, совершенно глухой, поэтому я написал записку. Да, я получил. И хотел бы, чтобы у меня дали ответ. Светлана, сейчас напишем, отдадим вам. Нет, отдайте ответ. Вы правда, ветеран войны. Мы не слышим. Можно. На то, что ветерану войны не могут сделать ремонт. Но вы напишите, что вам ответ. Имущество ваше проживающее. Он не слышит. Как вас зовут? Так, не надо, не надо. Значит, Воронин ВВ. Василий Васильевич. Василий Васильевич. Только не указал адрес, адрес мой. Сейчас запишем адрес. Василий Васильевич, сейчас у нас проведены ремонтные работы по тем заявлениям, которые поданы до Нового года. Я жителям объясняю. Проведены конкурсные процедуры. Послушайте, пожалуйста. Проведены конкурсные процедуры и все ремонтные работы ветеранов войны, которые подали заявление и которых анкетировали согласно постановлению правительства Москвы от 2013 года к 70-летию Победы, проведены. Все заявления, поданные в текущем году, попадут в конкурсные процедуры следующего года в порядке общей очереди. Что касается «доживет», пожалуйста, я прошу меня не передергивать. Я выслушала вопрос и отвечаю на него. Все работы ветеранов Великой Отечественной войны проводились на основании официального анкетирования, проведенными органами социальной защиты, начиная с конца 2013 года и до конца 2014 года. Для проведения ремонтных работ за бюджетные средства прежде всего необходимо выяснить объективную нуждаемость. Не просто кто что хочет, а то, что ветеран войны объективно нуждается и с технической точки зрения в том числе в тех или иных видах работ. После официального проведения анкетирования в составлении актов было выделено соответствующее финансирование. Вы же прекрасно понимаете, что финансирование выделяется не за два дня и выделяется не управой района, а городскими властями. Так вот, все заявления, которые поданы уже в текущем году, а следовательно, соответствующей потребностью ветерана войны не было выявлено ранее, будут точно так же рассматриваться, и на эти виды работ будут выделяться финансирование. Управа района самостоятельных денег, взятых ниоткуда, на проведение столь дорогостоящих работ не имеют. Эти деньги заказываются, закладываются, и более того, каждую смету мы должны обосновать для выделения нам из бюджета города Москвы финансирования. Спасибо большое. Василий Васильевич, мы еще раз письменно ответим. Светлана Викторовна, пока у вас микрофон, ответьте, пожалуйста. Да, пожалуйста. Вот было обращение, у нас в прошлом году случилось, прямо скажем, беда в районе, горела полностью квартира со всем имуществом. Погиб человек, бабушка, горел у него на следующий день. К вам обратились в управу с просьбой оказать материальную помощь. Технически обоснуйте те 15 тысяч, которые выделили по горизонту. Что на них можно сделать? Вы прекрасно знаете, объясните. И еще бы хотелось узнать, когда люди к вам обращаются с такими предложениями, почему управа в течение года никак, кроме вот этих, не знаю, что можно сделать на 15 тысяч, никак больше не помогла. Хотя мы прекрасно знаем из газеты «Калужская застава», что аналогичный случай был в соседнем районе.
там муниципалитет управ подключились, сами нашли средства, сами квартиру отремонтировали, сами собрали средства, чтобы они нормально дальше. У нас же получается позор на всю Москву. Я сейчас объясню сразу. Подождите, я не закончу. А Автономный район 4-й по площади в Очистинской жизни, и мы не можем решить вот такую проблему. А вообще у нас есть гражданское общество, чтобы мы людям сказали, ну как оформить себя в Рощине, у них еще второй ясный человек говорит. И они год вообще все выгорело. А давайте здесь присутствующих, кто согласен помочь нуждающимся? Вот давайте сейчас. Вот социальный эксперимент проведем. Чем пойдем? Вот здесь у нас человек 50-70. Сколько один человек это пачка? Даже какими-то справками, даже просто прийти, чтобы помочь сделать. То есть у нас среди здесь присутствующих есть активные и небезразличные граждане. А теперь нужно найти человека, кто возьмет деньги на себя, соберет их и сделает то, что необходимо. Естественно. Кто такой человек? Можно я отвечу по вопросу материальной помощи? Можно я отвечу? Вы что за цифры озвучиваете, 2 миллиона 400? Я озвучиваю цифру, которая прозвучала на отчете главы управы. В 2014 году жителям, даже количество жителей указано, была оказана материальная помощь в общей сумме 2 миллиона 300 тысяч. Совершенно верно. Совершенно верно. За 2014 год. То есть можно прийти и посмотреть. Позвольте я отвечу. В прошлом году у нас материальная помощь оказана была более чем 400 человекам. Так вот, материальная помощь, оказывается, ее размеры определены положением об оказании материальной помощи. В положении прописано, на какие виды работ, какой максимальный предел оказания материальной помощи. Максимальный предел оказания материальной помощи может быть выплачен нуждающимся лицам, только если на данный момент такая сумма есть, и она не, и эта сумма даст возможность другим нуждающим гражданам тоже что-то получить. У нас есть люди, которые делают дорогостоящие операции. У нас есть люди, которым, извините, нечего кушать. У нас есть люди, которые не могут приобрести себе предметы первой необходимости. И эти люди не просто нуждающиеся и оказались в трудной жизненной ситуации, о которой вы говорите, но они и не могут выйти из нее самостоятельно, потому что они нетрудоспособны. Что я хочу сказать по поводу вашей семьи? Если эта семья получила в прошлом году материальную помощь, и у них по-прежнему еще сохранилась нуждаемость, они в этом году тоже могут нам прийти, какую-то часть денег еще получить. Это, я вам говорю, то, что мы реально можем оказать помощь. Вы что, смеяться, что ли? Вы о чем говорите? То, что так в 2016 году его возмутило. Он сказал, в 2016 году вы получите обещание по всем ветеранам. Он не понял, что он написал поздно заявление и пошел. Я поняла. Он не понял, потому что он этого не слышал. Он будет следующего. Василий, я пошла заявление. Василий, мы выйдем завтра на дом для того, чтобы он получил это заявление. Полном объеме с учетом своего состояния здоровья. Вы вообще люди, не люди. Сергей, вы вообще себя слышите? Я уже устала. Детки молодые, от ГМО жилищных на таких машинах разъезжают. От каждого дома. Давайте будем переходить на личности. Мы с вами сейчас
и вы лично не можете оценить нуждаемость Василия Васильевича. К нему выйдет комиссия компетентных лиц. На операцию денег не дали. Не кому на операцию не дали? Ванну, которую архитектор наш район проектировал. Не выйдет. На операцию деньги выделяет служба социальной защиты. Управа района не является органами соцзащиты. Для этого у нас существует специальный социальный департамент. Не перебивайте меня. Будьте любезны, не перебивайте меня. У нас есть люди, которые делают дорогостоящие операции. У нас для этого есть система здравоохранения, в которой есть система и скидок, и компенсации. У нас специальное созданное ведомство, департамент социальной защиты, в основную задачу которой входит именно послушать. Дослушайте меня до конца. Вы задаете вопрос, потом не хотите слушать. Я тогда предлагаю прекращать слушать, если вы не хотите слушать. Сначала задаете вопрос, потом говорите, что не надо. Давайте сейчас какое-то решение примем. Именно вы, как представители управы. По компенсации вам объяснили ситуацию? По компенсации? Плюс, я не видел эти суммы дорогостоящих операций. Правильно было озвучено? Человек построил наш район, спроектировал. Было ему что-то дано? Нет. И при этом был сказан про дорогостоящие операции кому-то еще. Давайте посмотрим эти списки. Кто это у нас получает на дорогостоящие операции? Если уж гадит не достоит, так кто же? Давайте не будем. Нет, вы сказали, что вы не верите. Слушайте, вы сейчас отвечаете перебивочным. Вы сюда пришли. Да. И мы хотим от вас сейчас услышать, какие вы действия будете предпринимать. Вот ушел у вас инвалид, значит, вот я плюнул вам. Вы, пожалуйста, будьте ребенком, не передергивайте меня. И поставили вопрос о Погорельцах. Прошел целый год. Я присаживаюсь. Я вам... Что касается Погорельцев, я вам ответила четко и понятно. Что касается ветеранов Великой Отечественной войны, я вам тоже четко и понятно ответила. Что касается Гарни, в управу района Гарни не обращался, потому что компенсацию рассматривается вопрос о компенсации за операции, рассматривает районное управление социальной защиты населения. У каждого своя компетенция. За операции управа района не оказывает компенсацию. У нас есть люди, которые делают дорогостоящие операции. Поскольку управа района может оказывать частичную материальную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, операции туда не входят. Это компетенция департамента социальной защиты. Вы контролируете этот орган? Нет, этот орган контролирует министр социальной защиты Петросян. Ну тогда озвучите, что вы, как управа, представитель исполнительного органа... Извините, у нас сегодня не отчет, и не надо мне ставить условия. Тема сегодняшней встречи у нас не отчет о материальной помощи, а глава управы на своей встрече отчитался. Время, я считаю, что мы заканчиваем. А мы хотим узнать, куда пошли 2 миллиона 400 в прошлом году, какие это люди получили. Глава управы, да, я отчитался. Вы фамилии не услышали, сейчас вы уходите от ответа. А я не могу это знать. Обязан отчитаться.